Другим темам. Несколько десятков фермеров из Алматинской области собрались в Талдыкургане, чтобы выразить свои претензии руководству региона. Причина недовольства – нарушение сроков завершения работ по реконструкции ирригационных сетей. Их начали ремонтировать в июне прошлого года по программе занятости 2020. Из областного бюджета был выделен 1 миллиард 700 миллионов тенге. Подрядчики обещали завершить работы к концу февраля текущего года, но потом передвинули сроки на неопределенное время. Теперь десятки фермеров региона не знают, к чему им готовиться, к весенним полевым работам или финансовым потерям. Не знают, что делать и водоснабжающие организации. Мы сегодня собрались, чтобы довести до Амата Гапасовича наше чаяние. Мы 25 лет ждали реконструкции водопользовательных каналов. К этому каналу прикреплено 2500 гектар, на нем сосредоточено 123 крестьянских хозяйства. Это продовольственный пояс города Талдыкургана. На этих 2500 гектарах будет произведено продукции на 4,5 миллиарда тенге. И еще больнее тем, что мы в растеневодстве, кто работает, крестьяне, своих средств ежегодно вкладываем до 1,5 миллиарда тенге, и к нам такое вот отношение, как к каким-то иезуитам. Если канал не будет готов, мы на договор, на услуги по подаче воды мы не будем садиться, потому что мы на себя обязанности не будем брать. Сейчас на договор сядем, канал не готов, завтра крестьяне с нас будут спрашивать.